Выплата заработных плат, пенсий и пособий в следующем году будут оставаться в числе приоритетов. Бюджет 2017, как и прежние, социально направленный. Доходы консолидированного бюджета запланированы на уровне чуть более 2 миллиардов 300 миллионов рублей. При этом расходы предполагаются в два раза больше и составят в сумме около 4 миллиардов 700 миллионов рублей. Дефицит остается. В то же время источники для его покрытия Минфином предложены. Источниками покрытия дефицита республиканского бюджета мы видим и направление остатков средств, которые будут по состоянию на 1 января 2017 года, а также направление по источнику 473 миллиона, который идет и на погашение дефицита как республиканского бюджета, так и единого фонда социального страхования. По проекту только бюджеты Тирасполя, Днестровска и Бендер не являются дефицитными. Остальным, скорее всего, понадобится помощь республиканского бюджета. Поэтому правительство предусматривает выделение трансфертов городам и районам республики для обеспечения социально защищенных статей. Своевременная выплата пенсий и пособий – это основная задача при планировании расходов бюджета Единого государственного фонда социального страхования. По словам директора фонда Алевтины Березы, в 2017 году на эти цели государству потребуется порядка 2 миллиардов 600 миллионов рублей. За счет поступающих налоговых доходов потребности закрыть не удается, поэтому фонд планирует заимствовать средства. Статьей 23 пунктом 3 установлено, что в случае недополучения доходов в бюджет фонда, утвержденных под пунктами А части 1 статьи 1 настоящего закона, а также средств из прочих источников покрытия дефицита бюджета фонда, денежные средства фонда в первоочередном порядке направляются на финансирование пенсий, пособий и иных выплат. Остальные расходы приостанавливаются. Непростую ситуацию в бюджете глава исполнительной ветви власти Павел Прокудин связывает с тем, что правительство вынуждено пользоваться только тем инструментарием, который на сегодняшний день есть. Например, нынешняя налоговая система не менялась более 10 лет, хотя правительство неоднократно предлагало налоговую реформу. Ее нужно делать, иначе такие моменты, миллиард-полтора будет бесконечно у нас тянуться, и правительство будет постоянно как президент говорит, что мы живем по закону 2002 года, мир меняется и все движется вперед. Рассмотренные правительством проекты законов в ближайшее время направят для рассмотрения и утверждения Верховный Совет Республики.